Не представляете зиму без горных лыж или сноуборда, но работа не позволяет уехать на зимний курорт. Горнолыжный парк Яр, который находится по Тверью, приглашает вас незабываемо провести время и заняться сезонными активити. Наша съемочная группа лично убедилась в уникальности этого места, которое вполне можно назвать зимним курортом. Горнолыжный парк Яр – это отличное место для спортивного отдыха и развлечений всей семьей. Мы находимся между Тверью, Москвой, на Ленинградском шоссе. Склон протяженностью в 300 метров оборудован бугельным подъемником. Для начинающих предлагается обучение катанию на сноуборде и горных лыжах. А если нет специального оборудования, здесь его можно взять в прокат. В горнолыжном парке Яр есть развлечения и для детей. Неподалеку работает горка для катания на тюбингах, оборудованная бэйби-лифтом. Я полетел! Да и сами взрослые не упускают возможности прокатиться с горы. Здорово, весело. Впечатление хорошее, погода сегодня замечательная, снег нападал. Одно удовольствие кататься. После таких активити грех не подкрепиться. На территории работает кафе, в котором представлен широкий ассортимент закусок и напитков, гриль и традиционный шашлык. Мы любим наших гостей и обязательно будем дарить вам только самые лучшие эмоции. Приезжайте.